Он не зашел в 10. Походу нет. А, ты уже в ДС, я понял. Мужчина понимает. Дай ему зелень. Первый играет ром. Ой, это звезду. Смотрите, шипы свои не экономьте. Можете давать по таргету, по которому нету дот. Это я тебе косничку. Да. Карел, может рейд сместиться чуть влево, потому что я сейчас сорву с рейдом хулипала. Да, смещитесь под щит орды сейчас. Ну, не под дверь, а под щит орды. Пантерка, ты тоже иди. Чё ты тусуешься? Хомер Джейка. Вообще на полубах. А чё отдаю? 4, 3, 2. Пей эти зелья. Эма, давай. На броню. Эх. Всё, можешь выходить, Фиги. Сам идет. Грепитесь. Контрол, давайте Геру, давайте фул ДПС. Ну, ребят, контрольте, почему маг убивают? Пизда, сейчас сдохну. У тебя ж возложение есть, ты ж ничего не давал. Ты рофлишь? Ханта грипп. Я в тебя все отдал. Я подходил ближе, я срывал окно, блядь, я не мог тебя просто исцелить, яд. Ладно, я понял. Не надо яд исцелить, там надо тебе просто хилить. Да, серьезно, минус 50% от хила. Блять, ты понимаешь, что если ты отвлекаешься на диспел, он может прокнуть еще раз вот эту вот хуйня. Из-за этого ты, ну, я умираю. Я нон-стопом спамил, ты понимаешь? Я спамил нон-стопом просто по себе. Блядь, на тебе висит частица. Давайте контрольте еще, может, убить. Масфир, раздайте. Пантерка, выбеги, пожалуйста, берни меня по-быстрому. Контрольте этого, блять. Ромбик. Закрупа, биполяр. Биполярку бэр. Инфи бэр, биполярку быстрее. Ясно. Ученька двигается. Под катку убегайте, не стойте на месте, когда вас бьют. Стоит. Короче, не умираешь, смотри, блядь, ты сиди спелишь меня, я умираю от этого. Тебе просто нужно оверхилить, никаких диспелов. Типа, диспелить это только когда два хулипала условно хилится. Или с каким-то ты хилом рядом еще стоишь, хилишь. Понимаешь? От того, что ты диспелишь, там не только эта хуйня кидается. Плюс там вары есть, который мортал кидает. Как ты морталс, блядь, диспелишь? Ну ладно, я ты здесь палишь. Мортал вешается, как ты мортал здесь палишь? Один хуй 50% минус хила. Ну объясни мне просто логику свою. К чему вот этот твой диспел? Ну, во-первых, как-то мортал не 50, а 25, блядь. Я сейчас нон-стопом себя хилил. Да там нон-стопом. Мортал 25%. Мортал 25%? Ну ладно. Хорошо. Я в охуе. Я понял. А, 25-25 написано. У меня баг. 50 у меня написано. Так, а я что-то это, прогрузиться не могу. Такая же хуйня. Просто подожди, пока чемпионы уйдут полностью, а потом заходить надо. Мне тоже это объяснили уже, я сейчас так делаю, и мне... 4. Ты появишься в бухте торговцев. Давайте еще по обмена. Банки кончились, потому что, ребят.
Какие 25 написано? Вы прикалываетесь? Да, мы прикалываемся. 50 написано. Так. 50. Ой, бля. Написано, блядь, 50, нахуй. Вот вы объясните, как может быть, сука, 25, когда в ПВП, блядь, уара, нахуй. Этот скилл, блядь, они изменили специально по чемпов, сделали 25 вместо 50. Сука, это... Ладно. Да мы пошутили там. Это паладин, как говорится. Пиздец, нахуй. Лай, ты заходишь, нет? Да, загрузка дана. Еще вам совет. Покидай, пожалуйста, вихри и корни. Пантерка, та же история. Вихри и корни. В кого-нибудь. Видишь Милика, кидаешь Милика. Рид, короче, если не будет никакого контрола по сове, покикаешь ей косты. Возьми вторым. Еще. Направо передвигать теперь. Туда, направо щит, блядь. Там, где выход. Вообще наплыла. Доля. Еще дым. 5, 4, 3. Зелье пить. 1. Давай ему. Это лучшие представители. Блять. Вот здесь ясно, у меня есть баунт не нажался и засванился, понял, нахуй. Падайте. Наверное. Может, ты себе второго поставил? Да, это я сейчас запорол на хуйню, блядь, не умер, да. И пускай мрачный, да, стоит, там два гриппа хватит. О, пускай следит, может быть, кого-то. Если что, потом сагрит под блат стойки. Если начнешь умирать, то нажмешь частицу. Да тут в идеале просто вообще, ну, типа, паладином, либо варом кинуть танчить. Блядь, затыкай такое себе. Могу я спрекнуть, если хочешь. Нет. У меня есть же инспект. Сейчас я проебался, надо было руник прожать зеленку сразу и потом избал по окончанию, и все было бы нормально. Так, меня в итоге маг убил. Пиздец, этот маг дурной ебашит. 17800, блядь, чародейская вспышка плюс чародейский обстрел 12. И это, блядь, за одну секунду. От мага только, блядь, 30 тысяч урона, охуеть. Самый конченый здесь маг. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Хотели запятнать честь Альянса.
Они пытались нас оклеветать. У меня же там твой друг гильдии ищет. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы слышишь? Нет. Гомель изгнал, блядь, теперь гильдии. Я у Гомеля спросил, он такой... Не даю комментарии по поводу кика игроков. Ну там понятно, из-за чего кик, но... Хули он такой подумал, ебать. Две 900 эксп, нахуй. Ну типа, блядь. А мозгов, блядь. Ой, блядь. Ладно. По ромбику первым будем играть, по песчинке второй, звезду третья и полумесяц четвертый. По звезде контрол максимальный. И по песчинке тоже пока не убьете. Так, стоп. Здесь я с той стороны пулять буду. Под этот щит. Который, где звери уходят. Мрачный, иди ко мне сразу. Под бластойк. Не, ну сначала во фросте. Если видишь, что на тебе ни одного моба нету, можешь пуху снимать и стойку свечить. Чина плоба. А чё, дым? 5, 4, 3, 2, взяли петь. 1. Жми ма. Все бегут на людишку, хотя почему? Ну что это людишка? Блок не нахуй. Нажми блок, скинь себе игру. Мрачного хиль, мрачный, сейчас откиснет. Вот и спа. БЦ в наличии, нет? Мне стало, меня закрыли. Понял. Ну они пока на мне. Нормально. Грипните, что ли? Блять, пантерка, чё ты там бегаешь? Скажи мне, пожалуйста, на тебя все милики побежали, на. Что ты там делала, солнышко, блять? Пиздец, нахуй. Ой, господи, блять. Вы еще побегите ко мне, не знаю, а потом в рейд обратно, чтобы все милишники к вам побежали, нахуй. Охуенно просто, нахуй. ДКшники, забирайте таргеты свои быстрее. Пантерка, иди БР не мрачного. Отбегайте от них, по катку бегайте. Контрол. Раздали контролы быстрее. ДКшника забери, кто там, чей ДК? Сову контролю. Рогу забирайте. Ю, по-моему, твой рог. Что я, твой там... Кто там, блядь, не помню. По печеньке, склон. Биполярки. Нинхи, дай БР по биполярке. Бой, дай ему сразу боб по биполярке. Стебис, дай боб по биполярке быстрее. Блять. Нин, разолейте по биполярке. Печка минус. Масфиры скидывайте. Филитрас. Блять. Филитрас, БР не печку. Полумесяц указ закрыть. Людишку. Да, Бриспер, ну тебя рога висит, но выведи из рейда ее. Да нахуя? Пиздец, ну просто спину стоит ему хуярит. Ну поебать. Контрольте, еще не вайпимся. Бейте и максимально пуржите этого ханта. Миликов контрольте. Корни там, блять, друиды, что-нибудь давайте. Мастер спел.
Неполярка была на моем месте стоит. Какого вы кидаете в милишник? По катку бегаете? Ясно. Дайте стан по звезде. Грипните, блядь. Ладно. Урш ханта. Риды прохил. Ясно. Сука, пиздец. Чёрт. Грипп. Подхиливайте ДКшников, которые отходят. Ешалена прохилит, сейчас умрет. Гриппните, почему? Лучше Ешален, блядь. Ладно, все, это забей, нахуй, я понял. Да какой нахуй грипните печеньку, блядь? Забей, некому нахуй грипать, блядь. Пантерка, скажи мне, пожалуйста, солнышко, зачем ты побежала, блядь, туда вот, в ту сторону, блядь? Когда, блядь, выбили потом этим. Была команда резнуть кого-то или что? Зачем вот ты сюда побежала почтить Альянс? Скажи мне, объясни. Вот сюда вот. Для чего? Для чего вот ты сюда побежала? Вот сюда. М? Вот здесь вот ты была. Вот для чего ты сюда побежала? Ну, вот сюда вот. Ну да, вот тут вот. Ну да, вот тут вот ты была. На тебя сагрились все милики. Да кого кайтила? Зачем, блядь? Ты прикалываешься? Ты забрала на меня всех миликов. Ну, всех, блядь. На мне все милики были. Ты забрала их от меня. Да не надо, блядь, кайтесь, понимаешь? Вы должны контролить этих РДД. Ты забрала просто всех миликов с меня. Соответственно, когда милики бегут в рейд, нужно, блядь, больше отвлекаться на контрол, блядь. Надо думать головой, надо отходить, нахуй. Не стоять АФК на одном месте, блядь, кастовать какой-нибудь фир или закрывать каст кастером, блядь. Понимаешь? Вот это вот все. Соответственно, блядь, просто нахуй вайп. Пиздец, ну, что случилось, нахуй? На прошлые разы нормально все было с этим, на этих чемпах, блядь. Сейчас какой-то пиздец происходит. Вам, блядь, что, нахуй, поставить вот тут вот дохуя меток, блядь, чтобы вы не выходили с этой стороны или что? Как вам, блядь, по-другому объяснить, скажите, пожалуйста. А? Вот, не знаю, блядь. И кто, блядь, выйдет, нахуй, кикать с гильдии сразу или что, нахуй? Объясните мне, пожалуйста, как вам по-другому это сказать? А? Там уже автокик прошел. На что обижаться, блядь? Ты вроде даже не обосрал ее, он просто сказал, что не надо так делать, и все. Не знаю. Да, жалость, такого игрока потеряли, блин. Успокойся. Ой, блядь, пиздец. Чего там хрумкаете, блядь? Я не вижу дерева, блядь.
Может попало спекнус? Вот скажи, пожалуйста, вот ты смотрел за пулом сейчас, что произошло? Из-за чего вот это все началось? Вот конкретно в данном последнем пуле, в чем проблема была? Я считаю, не из-за повезло. Чего? Ну, я тоже так думаю, не повезло. С тиммейтом не нужно, нужно кайтить этих мобов, отводить их подальше, чтобы на вас милики шли, и потом, бежать... ко всем в рейд, чтобы милишники же бежали тоже к вам. А потом на это обижаться. Ну, а еще пара банок осталось у меня. Обмен. Хаммержейка, ты тут? Хаммержейка. Хаммержейка, ты тут, алло? В Дискорде вообще? Пиздец. Вы там заебали пиздеть, нахуй. Сейчас кто будет, блядь, хуйню делать, нахуй, сразу, блядь, по косаря 2 снимать буду. Заебали. А то пиздите только, нахуй. И похуй, что вы там первый раз, нахуй, там ошиблись или еще что-то. Шейка с концами, блядь, я так понял. Шейка. Кстати, а у нас Энх, который валяется в гильдии, это чисто ПВПшер? Или это чей это?
Ладно, похуй, пойдем. Еще одного мага возьмем. Пойдем, мать, нахуй. Так, все тут? Вообще нафига. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного... Шкаф поставьте, суманите пока... Какая-то дискотека, типа, или чё? Да. Умирающий, ты тут? А, писал в кавер. Ну, мир. Хотя уже это минуты три назад он писал. Вот где все маги. Пять штук нашли аж. Сейчас смотри, между собой МК я кинут, а остальных обделят. Ну, Настя маг не считает, и Кристиночка тоже не нашла. Ну, так, да. Надо было еще Хакуа припозвать. Теперь шипу. Настя, шипы, шипуешь? Шипы. Да. Так, звезду максимально. Так, давайте заново по контролам. Ваничелло, фиряешь звезду, инфи циклонишь и ритер. Короче, хекс даешь по звезде. По рамбу первому будет сливаться. Дальше. Печка. Фиряешь печеньку и банишь дерево. Филинтрас, продлеваешь циклоны по печеньке. Так, дальше. Доля хиксунешь печеньку. Парамбу, Ешелен, как только он к вам к нам придет, даешь дизарм. Бриспер второй дизарм. Войд Ходж. И максимально под керой в него заливайте. Дальше. Ватсон, шипую. Нет. Ладно, окей, Ватсон, шипуешь максимально полумесяц. Репу там дашь войд, либо сцепись без разницы. И рыбацып подаешь хекс по полумесяцу. Дальше. Кристиночка, шипаешь шамана. Людишка, шипаешь. Там у нас, блять, прист, по-моему. Не прист, стоп. А, прист, шипаешь паладина. Все. Так, по миликам, если побегут. Мрачный твой будет вар. Ю-ю, твой хант. Ой, хант, блядь, говорю, рога. Азерона твой. ДК. Все. Вообще на полубак. Так. Затем поставишь. Вообще на полумах. А чё отдаю? 5, 4, 3, 2, 1. Давай, жмите зелье. Эма на броню пни. Поехали. Мрачный проху двигай назад. Не мрач, бабли. У тебя что, бабла нету? Я хуй его знает, что делать нахуй. Давай, или во второго хапала, или прокопала спереди. Че лучше будет, хуй знает, мне кажется, попал лучше.
Ну, у меня есть попал. Давай, попал, спекнемся, я не знаю. Почему так происходит, блядь? На него сакрили сердце дашники. Не знаю, бабло что-то не нажимает. Я вообще так не должен. Вообще, это, конечно, отвратительно, блядь, все делается, но ладно. Я хуй его знает, как по-другому объяснить людям, что делать. Я вообще не понимаю, сколько можно вайпиться на сраных чемпах, блядь, это пиздец. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победитель... Давненько столько не сидели, ладно. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Давайте перезаходите быстрее. Ребят, да хуя время теряем. Вот, блять, давайте быстрее. Перезаходите, рыбу хавайте и поехали. Сейчас звезды сойдутся, блять. Нормально все будет, я надеюсь. Когда на хулибала мобы не побегут. И больше никто с рейда не выбежит нахуй. И Мелика всех не поведет. Сейчас по ханту первому будете играть. Кто ханта контролил, тот контролит печеньку маг. Ну, локот те же и остаются. Передвиньтесь туда, под правый щит. Ну, который около выхода. Лобстер? Захожу, жрусь. Ага, заебись. Нажми вернуться к телу, да, блядь, из Дивенс просто. Я 4 раза нажал, у меня только с 4 раза вернуло. Ну там лагает немножко двора. Ланька, это ты лагаешь, походу, на месте бегаешь. Не. Лба повару дайте. Рыба стоит там, короче, кулометка. Че, ауру с цибисту забрать наоборот? Дайте каску повару. Да, с цепи забери ауру напрот. Хотя, по сути, нахуй, что как мы пуляем, я не вижу смысла вообще ее нажимать нахуй. Дайте каску по вару халипалам. Все, отойдите максимально. Этот, даю отчет. 5, 4, 3, 2. Зелье пить. Нажимай. Нема. Поехали. Ну, лок побежал уже. Ну, они слишком близко подходят. Баблы жмите мясо. Умирающий живая хотя бы. Сейчас может уйдут. Ну на РД ушли. Печка умер. А, ДКшник убил. ДКшника забери, пожалуйста. Азерона. А, ну ладно, там все умирают. Забейте нахуй. Бесполезно, блять. Но. АФК нахуй. АФК челы, блять. Вы умеете частицу хилить? Мрачич. Я не про бабл.
Зачем ты так близко стоишь? Ладно, все, мрачно, уйдите, короче, идите там, тусуйтесь в пизду, я сейчас один с пулей, не хильте мне секунд 5 первых, нахуй, сам все сделаю, блядь. Мрачно, иди и грипнешь первую, только, пожалуйста, нажмите какую-нибудь ебаную кнопку, чтобы она первая ушла вниз, а потом, блядь, грип, нахуй, спасибо, блядь. Мрачный первый, блядь, ю-ю второй и что я третий. Сделайте милость, нахуй. И мы съебем с этого конченого инста, нахуй. И хуй его знает... Почему вы бьете ебаную печеньку, когда я сказал сейчас бить звезду нахуй? Ладно. Он первый прибежал, звезда далеко была. Ну, понятно, окей. Падайте быстрее. Ребят, не тяните время, у меня уже, блядь, подгорает нахуй от ваших действий охуенных. Ебаных чубах уже сейчас сидит. Ой, бля. Да Холипалов, если что. Вы можете вот отсюда, к примеру, где прыгает вар, или танков, которые упрутся там со входом рядом. Вы будете доставать частицы. И с красной метки параллельно. Там же танков. Все с другой стороны не стоят. Вчера вы подходите на рейндж коста 40 метров, я не знаю. Первым играете всегда либо ромбик, короче, мага, либо печеньку в пизду ханта, потом будете пить. У него хп много, будет лучше контролить его. Если пизды зайдешь. Что поделать, если люди не одупляют, что происходит, и обижаются только, блядь. Сердечный пома. Привет, пойдем вправо, отойдем. От танка отойдите. Не, я с той стороны буду пулять. Вернитесь туда, где метки. Мы. Хотя вообще такой по ебанскому сейчас стоят, ужас просто. Варс одной ДК с другой. Не, я не про это. Я про РДДшников как не стоят. На миников похуй как не стоят. Ребят, ну кому еще по ФКшить надо? Давайте все вместе по ФКшим. Хорошо. Нахуй вы мое время, сука, тянете? Меня, блядь, уже нахуй начинает подгорать. Вы заебали. Вы можете, сука, пробафаться по-быстрому, нахуй? Поесть, сука, и нажать на ебаные кнопки, нахуй. Если вам это нахуй не надо, мне тоже это нахуй не надо. Фулл баф, дайте быстрее. Арчина баф и пулы поехали, блядь. Амирджек, что тебе не хватает? Ты рыбу можешь поесть? Или она уже пропала? Кулака нет. Ты ему каску ебанул. Ебани ты кулак. Крикни на ебаный АП, нахуй, поехали, господи, блять, у меня уже, я не могу, нахуй, реально, нахуй, это пиздец, блять, какой-то, нахуй.
Зервана. Четыре, три, два, Репота пейте. Один. Ауру нам, нам уже некому давать похуй. Прощай, как ты? Легко и просто. Я притянул, меня все это время, после того, как я бежал, пока никто не хилил, меня фернули, ковыряли под фиром, диспела не было. Просто зеленку можно нажать. Не было бы. Мастер. Ладно, все, забей, потом после пола объясню, как можно сделать. Почему опять у меня все милики сорвались? Что за хуйня? Вы опять повыходили все там, да? Ладно, двоих кое-как забрал. Повезло, блять. Один к вам побежал. ДКшник к вам побежал. ДКшник, контрольте. Контрольте мага, пожалуйста. Почему он, почему он убивает людей? Ну кикайте каст. На рогах сядьте. Почему лок убивает людей? Ну сука, ну вы, блять. Ну нажмите на ебаные кнопки, сука. Пожалуйста, нахуй, блять. Вынесите нахуй кики с панель, на панель, блять, я не знаю, контролы всякие там нахуй. Блять. Господи, нахуй, пизда, опять милишники уходят. Нахуй, не могу, все, нахуй, все, все. Это лучшие представители Орды. Опа, уебаны выкатились, походу. Кому вы играли, скажите мне вообще, пожалуйста. Надо брать идет по печеньке, надо брать по печеньке, не восприимчивость, не восприимчивость, не восприимчивость, не восприимчивость, не восприимчивость, блядь. Можете, блядь, определиться, по кому вы играете, господи, ну что это за хуйня, нахуй? Пиздец. На мне сейчас были все милики, нахуй. До определенного момента. Пока там кое-кто, блядь, не постарался. Нахуй. Не буду говорить, кто, нахуй. Вроде было все нормально. Вы под Герой там в кого-то начали вливаться. Вы играете по магу, но при этом маг вас убивает, да? Чародейским обстрелом, а не челу, да? Вот это, типа, это вы считаете нормальной, сука? ДКшники, которые вот могут кикнуть, там, ройги, нахуй, и прочую хуйня. У маг убивает, кто играет. Это мгновенно. Ну ладно, окей. О, типа, смотрите, у вас мало контролов, вот, типа, 5 магов. Вот, ну, не на всех же кидаются доты, там, и прочие ёбань. Типа, 4 хикса. Ну, фиры есть у двух приставов масс. У локов есть, ну, типа, точечные фиры. Ну, типа, что за хуйня, у палов там, ну ладно, палы, хуй с ним, не буду их считать, типа, они в холик еще особо. Уары там чаржа могут сбить каст и так далее. Почему, блядь, вас, ну вот, лок убивает, нахуй. Дальше что там, ну, лок убивает. Войт, этого, Войт Волфа. Потом ДКшник прибегает, убивает печку, нахуй. Хуй его знает. Потом ДКшник убивает 0-2. Потом убивает Бриспер. Потом убивает нахуй Ледишку. А, и Лок убивает. И потом милики срываются. Пиздец, нахуй. Ой, блядь. Фомержейка, ты опять уже все? Еще раз светофнулся. Просто ужас, нахуй. О, блядь.
Эмерджейка, блядь, или нахуй? Стимисты, блядь. Собис уже хуй забил, да? Ну, нахуя ему сидеть лайпаться, ну. Я бы тоже так сделал. Если бы в Пугареде, нахуй. Чё, может, всё-таки пополам попробовать? Будешь бегать там чисто за рейдом смотреть. Сова, которая инфи, вынеси на панель обычные руты. Говорят, помогают. Ох, блин, так. Вообще, поебать уже, нахуй. Может, вам когда-нибудь заебет, вы начнете кнопки нажимать. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Зелье пить. Поехали. За прошлый травите ни одного рута не было. Всё, возьмите, зажмитесь к стене. Я встань. Блять, там ебучий холодильник. Либо пойти на зло. Я умер. Вы в два хулипана, то бишь, меня сейчас не прохилили, да? Нет, если вся пачка на тебе, это обычное дело. Там никто не прохилит. Сейчас посмотрим о смерти информацию. Сколько у вас касс свет небес? Это 1.1, 1.2. У меня 4. Вот сколько-то, блядь, подожди. Так у меня хп, блядь, выше 50% вообще не поднималось. Ну, от слова совсем. С два хуй лепало. Да, как хуй, это так? Там хуй прохилишь. Ну, два хулипала, хуй прохилишь. Да какой, блядь, минус от хил, вы прикалываетесь, блядь? Да не было такого, сука, никогда, блядь. Я ж не первый раз эту танчу хуйню. С этими хулипалами, наверное, первым. Блядь, да типа, пиздец, нахуй. Как, блядь, ладно. Ой, господи, блядь. Ну ты не холи лайт, 7000. Я не спорю, блядь. Ну, это, блядь, ну, типа, спамить одну кнопку свет небес, блядь, иногда бывает сложно. Спалить не надо. Просто духу свет небесный. Но я хуй его знает, почему. Я еще понимаю, если на вас там сагрились РДДшники, там начали вам кикать косты и прочую хуйню. Ну, блядь! Не умирающий, это не тебе одному адресовано. Вы заебали нахуй гореть, блядь. Я вам, блядь, объясняю, блядь, просто по факту, нахуй. Два хулипала, блядь, не может, сука, блядь, уронить, нахуй. Ну это нереально, блядь, вы прикалываетесь. Да похуй, что 50% уреза хила. У вас каст 1.1, блядь. Вот за мне 5 секунд, блядь, за 5 ебаных секунд у меня хп не поднялось выше половины, блядь. Я умер из-за ебучего стана, блядь. Так они... Меня до этого, блядь, ну прохиливали же нахуй. В таком вот сетапе, нахуй, который сейчас был, нахуй. Ничего не поменялось, нахуй. Единственное, что я не успел нажать, это, блядь, этих вурталаков ебучих, нахуй. Чтоб чуть-чуть себя подсейвить. Когда у меня оставалось 10 тысяч, блядь. Когда я уже умирал. Но это не ваншот, блядь.
Ты хилил, во-первых, блядь, когда было 3 милишника, а не 4, как сейчас. И никогда ретрик. А тут вы 2 хулипала. Хорошо, вот пускай мрачный потанчит, я посмотрю нахуй. В чем, блядь, разница будет, если ты думаешь, что это из-за танка? Блять, вот я просто вообще не понимаю посыл твоих слов не умирающего вот сейчас конкретно. К чему ты, блядь, сейчас это вообще пишешь? В соло, что ты хилил? Так давай, ну, типа, то окей, лобстер, давай всем рейдом в танк спекнемся и все. Ну, я смогу тебя подсейвить просто хотя бы. Если тебя не будут поднимать быстро. У нас и так ДПС нету ДД, да? У нас и так нету спека у мрачного, у меня в ДД нахуй. И ты еще хочешь, предлагаешь одного танка. Ой, блядь, пизду нахуй. Все, успокойтесь, нахуй, заебано. Че, сейчас ты или мрачный придет? Пускай пробнет разок. Запускаем. Пока не убьем, добирать точно никого нет смысла, потому что я там не вижу нахуй. Если убьем, конечно. Там, кстати, с первого босса сколько осталось минут уже? Случай, проверь. Нормально еще, полчаса, нахуй, с копейки. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Там ПВП шары выкатились. Да есть такое чувство, да. У меня даже были фласки с задержкой перебрасываться по сумке. Да, администрация Сируса просто сделала вид, что они что-то сделают, нахуй, потом борются, а потом забили болт, нахуй. Когда все утихло, вот еще, нахуй. Блядь, опять ретрик, нахуй. Ну, это самый хуёвый стаб для танков, с ретриком. Противный, блядь, стан дает и дамажит до хуя. Мрачный, сейчас грипнешь, короче, и пойдешь ко мне сразу. Ну, после того, как РДДшники туда пойдут. По звезде первый будете играть. Мага первым, пещеньку второй, потом ханта. На клубов. Бой, ты вешаешь потом частицу на мрачную. Я подержу его. Угу. Азерона? А еще отдаю. Блять, это задержка, пиздец. Долбоеба, ой, я походу с вами опять.
Заебись, Настя. Что не так? Ты зелье вообще пила? На одном месте стояла, ничего не кастовала, не прыгала, не бегала, да? Ну, заебись, молодец, нахуй. Прыгайте дальше, падайте, блядь. Я еще не успел, сука, сагрить, они на тебя побежали сразу. Что в смысле, нахуй? Самое хуёвое чемпы за все время, что были, нахуй. Самое хуёвое, нахуй. Ребят, чтобы вас не выкидывало с игры, вам нужно немножко подождать, пока эти чемпы пропадут, и потом зайти в инстнер, чтобы потом не ебаться и не перезаходить. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов. Для тех, кто этого не понял и не заметил. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Тяжко, блять, очень тяжко. Во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Все то же самое. Нихуя не поменялось. Поставьте джекс, пожалуйста. Сильно. А не, еще ШП появился. ШП появился теперь. Джиса, пожалуйста. Джис стоял два пула назад. Эх, так. Поставили. Все. Исходный стиль. Хочу отды. Магию топить в клетку 4, просто в эту. Три, два. Лапу можно? Пора идти. Все, поехали. Пипо топить. Вар побежал почему-то сразу к вам. Третий гриб. Третий гриб есть? Десерт. Где уж тебе? Лока нахуй не надо контролить, минус войд. Дальше, что там у нас уже сильно вывести. Контра тоже не надо контролить. Ну. Что я? Краснозерона на тебя побежали. Чем мелики к вам побежали? Забейте.
Но я стоял в куче. Там же 10 остальные. Я не убегал никуда. Меня тоже, конечно, иногда убивают. Но... А, и серый умирает, блядь, еще. Не вставайте сейчас никто. Сейчас все вместе с нами зайдем опять, блин. Хуй, нахуй. Будем полить, нахуй. Пока, блядь. Звезды не сойдутся, нахуй. Я не знаю, как по-другому. Стоим, ждем, пока не заходим. Все, заходите. Филинтрас ни одного контроля за бой не дал. Там вторая сова, походу, по два каждого дала. Ну это ладно. Да и полярка кирпир не кидает. Тупо похуй. Как ты смотришь? Время 10 деба. А, по скаде или по детейлс? По скаде. Там можно смотреть. Да пусть сова контролит ханта, когда он на рейнже. После того, как три ветерка сова... Да, там все назначено уже. Если людям похуй, значит людям похуй. Ну, ёбовый ГП тогда, Кирилл. Ну, мы тут вечно будем сидеть. Тогда чё мы тогда тут сидим? Давай выйдем. Если так и будут люди АФК стоять. Мотивирует-то как-то надо людей или не заходить вообще в рейд? Чипоты на арвар нужны только тряпкам, тем, у кого брони нет. Платникам похуй на них абсолютно. Именно.